Перемирие в зоне Карабахского конфликта, которое должно было вступить в силу в 0 часов воскресенья, было фактически сорвано. Практически сразу после полуночи стороны конфликта обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня и в продолжении артиллерийских обстрелов. Сообщается о разрывах снарядов в столице непризнанной республики и о полетах азербайджанских беспилотных летательных аппаратов на территории подконтрольной армии самообороны Нагорного Карабаха. Вооруженные силы Азербайджана продолжают наступление вдоль границы с Ираном. Президент Ильхам Алиев объявил о переходе под контроль Азербайджана исторического Худайферинского моста через реку Аракс. В воскресенье азербайджанская армия опубликовала кадры, сделанные в городе Физули, который перешел под азербайджанский контроль накануне. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил нарушение перемирия и продолжение военных действий в Карабахе.